Здравствуйте, приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я вам покажу, как на планшете Arches Access 101 включить режим «Не беспокоить». Для начала разблокируем наше устройство и тянем шторку сверху вниз. Тянем еще раз и видим здесь слева «Не беспокоить». Нажимаем сюда. И здесь мы можем его сейчас конфигурировать. Можем установить несколько часов, либо же пока я не отключу, да. Тут мы можем выбрать полная тишина, это будет, то есть вообще все будет отключено. Либо же, чтобы был у нас только будильник, либо чтобы были только важные. Например, выбираем, нажимаем готово. И как мы видим, теперь у нас режим полной тишины. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!